Добрый, рады вас видеть на нашем канале. И сегодня у нас видео пересадки адультного самца Пиццелатери металлики. Это видео будет не только о пересадке, но и подготовке террариума для такой экологической группы паукоптицеедов, как длиннодревесники. И для таких пауков желательно, чтобы террариум был высокий, как на этом видео. О конструкции террариума достаточно много можно говорить. Я думаю, мы специально будем снимать отдельное видео, в котором мы поговорим о размерах и о разных типах устройств крышки. Потому что, в принципе, все основные, они именно отличаются по тому, как открывают крышку. А вентиляционное отверстие, в принципе, у всех находится сверху, как вы здесь видите, и сбоку. Причем желательно, чтобы эти вентиляционные отверстия это была металлическая сетка, но именно нержавеющая. Понятно, хорошо, если это, конечно, вообще пищевая для пищевой промышленности. Вот. Но в любом случае ее предварительно перед поклейкой необходимо промыть. Насчет самих терров для древесников мы показываем на те террариумы, которые у нас в большинстве используются для нашей коллекции. Ну, таких у нас около там 150-170 штук. Вот это сейчас новый террариум, который к нам недавно пришел. Около 10 новых. Вот, мы его сейчас на видео и будем заполнять. Каких он размеров? Размеров 26 высота. И видите, почти 17 сантиметров ширина. Вот. Понятно, что террариумы немножко могут отличаться по размерам, потому что, например, адультного самца, ну, содержать в таких размерах, ну, как бы, немножко использовать желательно немного меньше, потому что, если, конечно, вы не ограничены в ресурсах, если у вас нет такой проблемы, как площадь, ну, через все мы все ограничены в площади, поэтому можно террариум использовать меньше. Но у нас в основном такие, потому что это террариумы, которые используются для адультных самок. Вот, они в них живут и могут спокойно размножаться, делать коконы, и как бы дополнительного пересаживания для этого необходимости нет. Тип крышки, вот здесь верхний тип крышки, вот она открывается, причем очень туго открывается, это очень важно, потому что, ну, для древесников это, конечно, меньше характерно, но иногда они крышку могут открыть. Если она там сильно болтается, то, понятно, они ее откроют. Вот это первый механизм. Ну и второй сдвижной. Вот. Ну, чего тут не хватает? Это, конечно же, не хватает здесь фетовых ножек. Ну, сейчас все мы устанавливаем куда-то на мебель. И желательно все-таки, чтобы стекло не царапало ту мебель, на которой оно находится. Для этого надо вот набор прокладок для мебели. Мы специально вырезали поставщика, изготовителя, для того, чтобы не проводить рекламу. Ну, бесплатную рекламу. Вот, сделали небольшие пометки. Часто такие пометки есть. Вот. Ну, будем считать, что ровно. И такие вот сантиметровые, квадратные. Часто они тоже нарезаны, но в данном случае, видите, у нас не нарезаны. И такие стоят дешевле. Также можно купить не только в любом строительном магазине, но и на Алиэкспрессе. Их там продают в большом количестве, большой площади. Вы можете один раз купить, нарезать. И будете фактически обеспечены на все время своего хобби. Вот, приклеиваем. Понятно, если у вас там стеллаж, и вы не боитесь, что он там поцарапается, можете, конечно, это не делать. Но для большинства я советую все-таки это сделать. Вот.
и что? Вот теперь видите, можно спокойно двигать его по мебели. И царапать мебель они не будут. Ну что, уберем ненужное. Что дальше? Ну, конечно, первым делом мы хотим сказать пару слов о коре пробкового дуба. Вот, ее можно купить в многих магазинах. У нас, кстати, ее тоже можно купить. Вещь, честно сказать, не супер такая вот дешевая. Вот, цены ее очень сильно разнятся от 1000 российских рублей за килограмм до 1500. Вот, в среднем где-то сейчас около 1500 стоимость по рынку, причем многие даже оптовиков. Вот. Ну, правда, такой кусочек, он достаточно немного весит. Он такой, наверное, грамм 60-70 весит. Поэтому, если вы купите коры там на пару килограмм, то вам ее тоже хватит на большое количество террариумов. Вот. Можно, конечно, сразу установить кору в ТР, и уже тогда засыпать грунт. Вот. Можно, конечно, сперва засыпать грунт и после этого устанавливать кору в ТР. Но это уже фактически на любителя. Вот, видите, если вдруг вы сталкиваетесь с таким, что она не заходит, но спокойно отлавливается нужный кусок. Поэтому, если именно такая проблема, то вы тоже можете спокойно этот кусок оторвать. Ну что, засыпаем грунт. Грунт у нас это кокосовый субстрат. Вот, его потом мы немножко увлажним, чтобы он был более влажным. Тоже пару слов необходимо сказать, потому что типы грунта можно использовать, смешанные типы грунта. Об этом мы будем вообще делать отдельное видео, потому что это такая тема достаточно долгая, и о ней можно говорить достаточно много. Но самое главное, когда вы покупаете кокосовый грунт, если вы используете именно его, то обращайте внимание на то, на добавки, которые могут быть непосредственно в составе грунта. Почему так? Ну, потому что грунт, помимо того, что используется для террариумных животных, он также используется как добавка, например, в цветочной культуре. И вот здесь есть небольшая засада, что она может содержать добавление различных микроэлементов. Микроэлементы еще, как говорится, не так страшны, хотя определенные даже, кстати, страшны, потому что они фактически токсическое отравление вызывают. А проблема в том, что ее очень много может быть еще азота, дополнительным таким составляющим. И вот здесь, если ее уже очень много, то, понятно, ничего хорошего это не приведет. Здесь, конечно, есть нюансы, какое содержание, сколько там. Вот здесь очень много чего можно говорить, мы об этом будем говорить. Будем также говорить и о обработке, потому что обрабатывать грунт тоже можно различными методами и уменьшая фактически токсификацию данного грунта. Ну что, это, как говорится, лирика, а дальше все очень просто, засыпаем в террариум грунт. Видите, одна емкость и вторая. Формируем. Желательно, видите, грунт, чтобы он был без всяких там комочков. Вот. Почему так? Ну, потому что вот эти комочки, они влажностный режим фактически грунта другое делают. Они просто то высыхают медленно, то наоборот набухают достаточно. Но если грунт полностью высох, то набухают достаточно плохо. Вот, поэтому желательно, чтобы он все-таки был без комочек. И слегка утрамбуем. Вот, это делается тоже желательно, я бы даже сказал обязательно. Вот, видите, мы утрамбовали. Ну и теперь, конечно, будем ставить кору. Здесь, смотрите, у нас в основном Т расположен с этой стороны.
Поэтому, конечно, это уже как вы хотите визуально, чтобы он красиво выглядел, то можно именно этой стороной коры, в принципе, ее и разместить. Вот. Видите, немножко она заходит плотно, поэтому, чтобы вот этого не произошло, вот некоторые и сперва ставят кору, а потом ее засыпают. Ну, мы сделаем немножко проще. Мы область, где она упирается, немножко подкопаем и поставим кору. Вот. Ну, как вы видите, это достаточно красиво. И самое удивительное, самка чаще всего будет с этой стороны, она будет в теньке. Ей будет достаточно комфортно. Вот. А еще, кстати, один нюанс, который не сказал. Вот, желательно все поверхности, вот видите, поверхности, которые может соприкасаться паук, чтобы они были обработаны, чтобы ни в коем случае нигде поцарапаться или порезаться самка не могла. Вот. Ну и еще одна такая обязательная вещь, это установка поилки. Поилку, понятно, можно купить из глины, можно купить соусницы, можно купить мелкие там пепельницы. Ну, достаточно много что купить, но мы используем немножко другое. Мы используем обычную соусницу, пластиковую. Когда я говорил о соусницы, я больше имел в виду керамические. Вот. И непосредственно ножом аккуратно ее подрезаем. Почему желательно не отрывать? Потому что вот если вы оторвете, здесь будет, ну, область, которая может паук пораниться. Чем меньше таких вещей у вас в паукариуме, тем это лучше. Ну что, будем отмечать? Нет, это совсем для другого. Это для того, чтобы налить воду. Вода в данном случае отстойная. Почему желательно тоже отстойная вода? Потому что, ну, во-первых, улетучиваются хлориды, вот, которые есть в воде. Ну, даже понятно, что те же комнатные растения, их лучше поливать всегда отстойной водой. Ну и здесь или прикипяченые, потому что фактически можно использовать и кипяченую воду. Вот. И устанавливаем поилку. Причем желательно немножко ввинтить в грунт, потому что некоторые очень любят ее сильно переворачивать, но в то же время не подгонять уж так, чтобы она была с грунтом на одной высоте, потому что грунт будет попадать в нее. Вот. И вот так вот мы, в принципе, подготовили наш террариум. Ну и прежде, наверное, чем садить нашего паука, необходимо сделать пометочку, кто там будет сидеть, причем чем точнее эта пометка, тем лучше. Для этого использую маркер по стеклу, вот, и делаем соответствующую заметочку. И дату, когда самец в данном случае у нас стал адультным. Ну и осталось самое главное пересадить самого самца. Вот насчет размеров, что фактически адультного самца нас можно вырасти спокойно в таком объеме. Вот. Ну и сейчас его пересадим. Пересаживать, конечно, лучше взять кисточку, вот, или линеечку, для того, чтобы его аккуратненько перегнать. Видите, у нас активный самец.
надеюсь, так, чтобы у нас не вылетал уже, как пуля. Вот, по крайней мере, одну крышечку мы сразу поставим. Вот, еще раз напомню вам, что в принципе для адультного самца такой тель не нужен, он большой. Вот. Ну, во-первых, здесь у нас вид такой более реже встречаемый. Да, и в принципе мы просто хотели вам показать один из примеров подготовки террариумов для древесных пауков. Поэтому на таком примере мы в принципе это и сделали. Хотелось бы вас попросить внизу написать комментарий о том, какое видео вы бы хотели следующим. Потому что мы просили писать в комментариях, например, о инкубаторах, но первый раз мы попросили, фактически написали два человека, но в то же время по другим видео начали, в принципе, нас просить сделать такое видео. Если вам оно интересно, или видео интересно там, о кормлении, о самой коллекции, там, об уходе, о типах террариумов, о грунте, подготовке грунта, различных типов грунта, различных экологических форм пауков, птицееда и другое, любое, которое вы хотите, обязательно пишите в комментариях. Тем самым вы, конечно, и помогаете продвижению видео, и с одной стороны фактически нам говорите о том, какое видео вы хотите увидеть следующее на канале. Причем, конечно, это не означает, что если вы там поставите 20 раз напишите, что хотите инкубатор, мы следующее видео будем делать про инкубаторы, но через 1-2 видео мы обязательно его сделаем. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока. И не забывайте о своих питомцах.